Прогулка в ботаническом саду Екатеринбурга привела жительницу города в ужас. Рядом с центральной аллеей женщина обнаружила мертвую лошадь. Тело животного частично было завернуто в пакет. Здесь лежал окоченевший труп то ли пони, то ли жеребенка. Сразу, когда даже издалека бросилось в глаза копыта мохнатые, все было непонятно, что это то ли игрушка, то ли что, но потом подошла поближе, стало понятно, что это не игрушка. Сотрудники контактного зоопарка, изучив видео, которое сняла Ольга Сурганова, пришли к выводу, что это пони. У маленькой лошади характерные копыта и хвост. Теперь Ольга удивляется, откуда в ботаническом саду мог взяться мертвый пони, ведь кататься на лошадях по территории парка запрещено. Один из сотрудников научного учреждения пояснил, что животное было необходимо для исследований, а посетительница парка зашла куда не следует. Эти мамаши с детьми, они по этому саду ходят везде и суют нос туда, куда их вообще не просят. И вот этот институт экологии, это они привезли его для исследования. Есть место, которое специально отведенное для посетителей. Но не везде же по этому саду нужно ходить. А это же, как говорится, исследовательный центр.